выпустим, ребята, кентуху на проводе. И прямо сегодня вы узнаете абсолютно всю правду про Стадиграва, полностью разоблачение про него. Потому что, ребята, то, что он сделал сегодня, это просто не влезает в мою голову. Но я вам скажу только одно: досмотрите это видео до конца, потому что вам будет, ну, вам не будет ничего понятного, пока вы не посмотрите все видео от начала до конца. И именно в конце вы просто будете в шоке. И просто я жду ваших комментариев, чтобы вы прокомментировали эту ситуацию. Ну что же, поехали. Ну и как обычно, очередная халява от кента. Чтобы получить данный замечательный нож-бабочку Legacy, тебе надо, первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, напиши любой хороший комментарий плюс твой ID. И третье, самое главное, посмотри все мое видео от начала до конца без перемоток, потому что сегодня будет очень весело. Прямо сейчас вы, ребята, увидите обычную дуэль. И причем же конкретно в этой дуэли Стадиграва вы поймете немножко позже. Просто, ребята, смотрите, потому что в такое, ну, нереально поверить. Вы еще, наверное, подумаете, что это постанова, но я вам даю слово. То, что тут ноль постановы, и это просто все самая настоящая реальность. То есть, прямо сейчас мы с тобой сыграем дуэль на ESP Genesis, правильно? Да. И ты даешь слово мужика, то что это не шутка, не пранк, и готов на кону поставить бан своего аккаунта. Чтобы я показал разработчику это видео, ты сам добровольно сказал, и мало ли, если ты хочешь меня обмануть, правильно? Что, давай. Если выиграешь, 0-3 сливаешь, правильно? Да, и ты меня еще в Дискорд добавляешь, потому что я к тебе в Дискорд. Брат, обещаю, добавлю. Успехов тебе, пусть будет сильнейший. Ну что же, ребята, это просто что-то с чем-то. Это дуэль на USP Genesis против подписчика, который 100% не обманывает. Давайте попросим, покажи USP. Сразу сначала карточки напишу. Так, братика, а ну-ка давай-ка покажи ты, пожалуйста, нам USP-шечку. Родненький, 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 родненький. А че наблюдатель зашел? Так. У него же команда Дьявол. Напишу, за Т зайди. Давай, давай. Давай, захожу за наблюдателей. А где USP? Так а USP-то нет! Твою налево. Алло, где USP? Где USP? Не понял. Я не применил. Напишу РХ. РХ. Я на него особо злиться не буду. Ну забыл и забыл. Ну с кем не бывает-то, ребят? В натуре у нее USP Genesis! Да-да-да, вау! С тремя наклейками! Охренеть, охренеть, охренеть! За Т. Обалдеть, пацаны, я просто в шоке. Я просто здесь бомбом. Окей, у парня есть такой же самый USP Genesis, как и у меня, пацаны. Если выиграет USP Genesis, я скажу честно, я на эту USP Genesis какую движуху придумаю. АКР Карбон с тремя самураями, богачи! Ох, богачи-то, ох, богачи-то какие! У него еще, если не ошибаюсь, был АВМ с тремя дрэгонами. USP с четырьмя наклейками с Хэллоуин коллекции. Я просто в шоке. И он мне пообещал слить за 0.03 это USP. Ребят, с вас просто лайк, подписка, я в шоке. Так, ну чё, пацаны, поехали. Раунд номер один. В первом раунде, ребят, не расслабляемся, играем максимально на всю силу, играем одли бейтевочка. Говорится, пусть вы сильнейший. Так, все, пацаны, кто тут, кто тут? Жестко, да? Плантит. А это не успел! Не успел заплатить! Хорошо, ребята, 1-0, нормально. Пока что все идет как надо. Так, так, пацаны, одного лайка не хватает прямо в эту секунду. Один лайк, лайк, подписка, пацаны. Если вы прямо сейчас прожмете все по лайку и по подписке, вы просто будете самые лучшие подписчики в мире. Еще, пацаны, очень сильно все прошу. Еще 1-0. А иди сюда. Ну, ребята, это что было? Братан, я, конечно, все понимаю, ты пытался там по кенту попасть, брат, но... Ну что ты вообще, мягко говоря, за нуба грима держишь? 2-0. Ой, ребят, как же это прекрасно. Как же это замечательно, да? Как же это великолепно. Просто USP Genesis будет моим. Просто отвечай. Моим. Просто отвечай. Мне все равно что, мне все равно как. Любой ценой получу USP Genesis. Все, почему? Поехали. Братик, с Новым годом. Бом-бом. Ай, повезло, 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 повезло. Так, ребят, пока что все идет очень даже хорошо. Кроме того, что я сам себе дым кинул. Он тут, он темка, 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 темка. Угу. Ага, все, понял, привет. Он тут, он в кармане.
Он тут. Патронов нема. Патронов нема. Брат. Не, ну ты, конечно, пытался, да? А, ты вместо обычного дробаша пытался прыжки замочить, братан! Надо было тебе брать дробаш фаб, ты чё, 3-0? А, ребят, ну, я честно скажу так, я пока что даже не потею. Кен, у тебя фамилия Писюськи? Ну, конечно, брат. Покажи прицел, да у меня прицел, блин, самый дефолтный, пацаны, вы чё? Так, хаешком. Ой-ой-ой. Так, ребят, ща может пойти камбэк, поэтому я предлагаю да ну его в попу, ребят, этих киберспортсменов. Так, все. Все, давайте аккуратненько. Не палимся. Давай, брат, пожалуйста, хочу головку. Давай. Ой, хорошо, да? Хорошо. Повезло-то как! 33 хп осталось! Нормально, ребят, 3-1, это хороший счет, я побеждаю максимально уверенно. И самое главное... Пацаны, все нормально, рыца. Пусть все под контролем. Ребят, с вас всего лишь что лайк, подписка и поехали. Нагибать. Поехали, опа, бросай, ребят, киберспортивный дым. Нормально, залетев в киберспортивный. Киберспортивную хаешку. Нормально. Он идет Темку пушить. Брат. Ой-ой-ой. 4-1, ой, хорошо-то как! Ай да красава! 4-1, ребят! Просто без вариантов, все, уничтожаем. Кто не теми, долечка на USP Genesis. Все, ребят, счет 4-1. Мягко говоря, хорошо. Грубо говоря, охренеть как хорошо. Ой, негодяй. Братан, а я-то тебя видел. А я-то видел тебя маленькую щелочку тут смотрел, стоял тут 5-1, ой, ребят, как же это великолепно. Я думаю, настало время АВП. Ну а вы что скажете, ребят? Ну я думаю, настало время показать, говорится, выше пилотаж. Все, починим, поехали. Оп. Ой, жестко, да? Ну сейчас буду тут чекать. Не, он тут. Брат, 6-1, говорится. Мастерство не пробьешь, но попытки были. 6-1. 6-1, бедный парень. Я просто уничтожаю в пух и прах. Я прямо сейчас выиграю USP. USP, не просто какой-то USP, это USP Genesis. Вы понимаете, сколько он стоит, ребят? У него с Хэллоуин наклейками он стоит минимум... Ну, минимум, не знаю, 1020 голды. И я все это могу получить до халявы, если я прямо сейчас выиграю. Сим-1! Ребят, просто хэдшот! Ой, хорошо, я как Сим-1, а? Нормально раздали. Так, берем, ребят, М40, и сейчас, короче, покажу, как правильно играть М40. Ну, ребят, ну, я скажу так, пока что все идет максимально легко, я не знаю, может он специально решил скомбачить в последнем раунде, я не знаю. Я не знаю, что с ним не так, но определенно у него есть и большие проблемы, небольшие проблемы в виде кент ПК, потому что, ребята, ну сейчас просто будет его пресс-эф. Прочекайте! Опа! Нема никого, нема пробития. Бурадик, ты где? Ай, да хорош-то какой. А тут кто? Тёмка. Нормально. Ребят, ну пока можно немножко пофаниться, чё сказать. Брат, ну. И ты называешь это киберспортом? Эх, ребят. Вот так вот ваш дядюшка Кенту ПК получил тот самый заветный USP Genesis. Дружище, ты был реально великолепным, но сегодня был не твой день, брат. Ну что же, ты готов прямо сейчас сдать USP, как ты пообещал, брат? А ты можешь хотя бы в Дискорде добавить? Брат, я тебя добавлю в клан и в Дискорде, сниму отдельное видео про тебя, если ты меня не заскамишь. Потому что ты топовый чел. Ты согласился! На такой трэш против меня. Пропиаришь мой шишток еще. Брат, пропиарю, окей. Без проблем, брат. Окей, ладно, заходи на юст. Брат, только смотри, будут фейки. Понял? Когда ты увидишь... Закрой, пожалуйста, экран. Можешь закрыть экран? Закрыл экран. Так, тиктокеры. Все, ждать тута.
А что вы тогда думали? USP. Так, брат, закрыв экран. Закрыв экран. Сейчас напишу, брат, какая будет моя цена на этот скинец. Потому что могут быть фейки. Скажешь, когда будешь готов, брат. Окей? Готов. Да. Раз, два, три. Давай, брат, через 900, сливай! Давай, брат, сливай! Сейчас перебьют аккуратно. Брат, сливай! Слил. Кому? Твою мать! Кто это? Кен плачет, как ребенок. Мой запрос! Так мой запрос стоит! Да я тебе сливал, там перебили! Твою мать! Как, братан, как? Это просто трындец! Просто трындец! Фу! Фу, я ненавижу просто, кто это? Кент, кто это? Какая аватарка у него? Покажи. Сейчас я... Я сейчас делаю скрин, время. Мы сейчас... Твою налево, 20 коголды. Точно, Ава. Что? Он, короче, там какой-то... Красная Ава, и у него точка в ней. Я понял, мы на нем. Скинь мне Аву прямо сейчас. Я... Слышишь, дружище, можешь мне отписать? Кто получил USP? Не, ну это же вообще некрасиво, братан. Это Снегарайт! Это Снегарайт! Стой! Подожди. Это Снегара! Твою мать! У него точки в нике? Сейчас, чекай. Да, у него точка в нике. Это Снегара! Снегара, брат! Он отдаст! Это Снегара! Твою мать, как же рад! А Васик перебивал, у меня сердце остановилось! Все нормально, Снегара, он отдаст, да. Скинь скрин пока. Он пишет, какой USP. Напиши, какой ты получил. Какой ты получил. Вот, дай, бро, мы же видим. Не, ну зачем ему розница? Ну это ж не смешно. Вот, у него пятник Юд Сади Гараев, я заскринил. Он пишет, ладно, я шучу. Конечно же, я верну. Да, вернем! Сади Гараев лучший! Сади Гараев! Да! Тише, брат, здесь! Да, это Сади Гараев! Я его люблю! Я тебя люблю, брат! Просто всем сейчас! Снегарайл! Ты кто? Снегарайл, брат, ты кто? Просто ты кто? Мне засканил! Я тебя люблю! Сердечки в чат! Снегарайл!